На базе Центрального поликлинического отделения ЛРБ номер 2 открылся консультативно-диагностический центр. Он будет оказывать услуги пациентам, которым нужна высокотехнологичная помощь. Медицинское учреждение оснащено всем необходимым оборудованием для консультации людей со сложными диагнозами. Теперь, чтобы пройти сложное обследование, пациентам 3-го медицинского округа не нужно ездить в Москву. Новый консультативно-диагностический центр оснащен как специалистами, так и всем необходимым оборудованием. Здесь принимают врачи, которых нет в других поликлиниках. Это пульмонолог, гематолог, онколог, мамолог, аллерголог. Всего 9 направлений. Было закуплено оборудование функциональное. Рентгенологическая, УЗИ аппаратура. Аппаратура – это высокого класса, которая позволяет делать исследования почти всех органов нашего организма. Больной сюда может поступить только по направлению врача, потому что цели, которые преследует этот центр, они гораздо выше, чем простая участковая служба. На днях медицинское учреждение посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Он оценил оснащенность кабинетов и пообщался с первыми пациентами. Все хорошо, очень внимательно, очень вежливо, все хорошо. Хорошо. Конечно. Да, здоровья вам. Спасибо. Хорошо. Спасибо. По словам Владимира Ружицкого, на ремонт помещений и оснащение оборудованием было потрачено порядка 170 миллионов рублей. Здесь как была поликлиника, она так и остается. Другое дело, здесь есть расширение этих медицинских услуг, поэтому наши жители могут пройти здесь и диагностику. Консультативно-диагностический центр рассчитан на 300 посещений в смену. Все специалисты и аппаратура уже готовы работать над здоровьем пациентов. А кабинет компьютерной томографии начнет функционировать уже в конце этого месяца. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.